Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Cats. Ну что же. Так, шок у нас перешел на другой уровень. Давайте посмотрим, что у нас выпадет в ящике. Ракетница, диск, ролик, скутер. Да, скудненько, конечно. А, бонус еще. Ну-ка. Ролик, 3 звезды. Ладно. Ничего не поделаешь. Ну что, ребята, давайте, наверное, тогда с вами глянем в быструю игру, наберем ящик. Да, кстати, я на 22 уровне. Давай, подъезжай ко мне. Молодец, Шок. Ты просто красавчик. За это получаешь бонус в виде смерти. Так, ну, нам нужно в любом случае добиться ящика. Черт подери, тут меня размозжили. Да. Такими темпами, пожалуй, я накоплю себе на ящик. Хотя... Брок Бройдо сам подписался, смертный приговор. Отличненько. Ну что же, надеюсь, сейчас дадут. Нет, надо, наверное, ребята, активировать ящик и еще разок пробовать. Так, с отбойником здесь, да? Ну, в принципе, должны его победить. Беде. Да вот тебе и беде на твою голову. Ну все, наконец-то ящик получил. Теперь можно отправляться и на чемпионат. Я на 7-м месте, как вы видите. Давайте хотя бы немножко продвинемся вперед. Так, Лил Рад погиб у нас. Ха-ха. Все-таки моя пила была длиннее. И я его победил. Ричи. Ну, куда ты? Отлично, я уже думал, сейчас откатится и мы... проиграем. Но нет. Слушайте, а вот здесь вот паренек, да, конечно, дает джазу. С башнями всегда была проблема у меня, ребята. Так что не секрет, что я башни этой проиграю, Ари. Черт подери, медленно едешь, а? Сэп тоже меня, походу, сделал. Хотя нет, ребята. Смотрите-ка, вырвал я все-таки победу. И у меня 4 победы. Ну, естественно, из 14 возможных. Барсик. Ну, подъезжай сюда, Барсик. Короче, Барсика сейчас дверями, точнее, стенами-то как раз и размажет. И это будет у меня 5-я победа. Ну, так, замечательно. 5 звезд, это все-таки уже хорошо, ребят. Должен как минимум быть на 2-й или на 1-й позиции. Если не на 3-й. Давай, добивай. Отличненько. Хотя, в принципе, эти ребята уже не актуальны, они без звезд. И можно было бы, в принципе, даже их не бить. Ладно, добьем, как говорится, эту лигу. Дмитрия не стало. Вальто. Ух, как жарит. Но, тем не менее, я его победил. Винс. С 2 лазерами хреново. Но, опять же, победа за мной. Итого я выиграл 11 боев. И на 3-ю позицию я перехожу, ребята. Хотелось бы, конечно, на 1-ю или на 2-ю. Так, на 1-м месте, как вы видите, у нас стоит Ара. Это у нас башня, да, значит? Ладно, давайте что-нибудь покумекаем с машиной. Что мы можем сделать? Так, ну, энергия нам не нужна здесь. Корпуса идут. Надо, естественно, я думаю, что улучшать пилы. Так, пила. Почти 9000, да, у нее урона. Давайте, наверное, вот сюда ее поставим. И немножечко ее усилим. Черт, маловато дает как-то, а? Прибавочки-то к мощи. Так, давайте выберем что-нибудь. Вот бензопилу. Вот это уже другой разговор. И надо еще что-то. Так, в принципе, неплохо, да? 660 в плюсе. О, вот это вообще будет великолепно. Да, буду применять. 29,5 тысяч у меня урона получается от оружия. Надо еще усиливать, ребята, как ни крути. Ну, я не знаю, можно было бы, в принципе, и колесо это сюда. Погоди, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Тоже 1 звезда у него. Даже не знаю. Ну, это нам не нужно. Сразу загоняем. Так, итого у нас 30 тысяч урона. Что такое? Почему не могу врубиться? А, все нормально, в принципе, проходит.
Так, и, наверное, надо еще что-то. Турбина. Почему? Вот. Ну, очень мало она дает. Давайте, наверное, корпуса тогда будем вливать. Главное, чтобы хорошо подбавляло нам к урону. Давайте вот это попробуем. Блин, мало. А вот если мы возьмем вот это вот. Ну, хрен с ним. Давайте вольем. И это вольем. Так, желтую. Ой, как маловато-то будет. Тогда надо... Слушайте, у меня много всяких лазеров, ракет. Давайте, наверное, их начнем тоже. Так, это продаем. Пила, где у нас? Они, в принципе, все одинаковые по урону, так что их можно продать. Деньги нам нужны, потому что иначе мы не сможем вливать детали. Слишком все дорого обходится. Так, ракеты пошли. Ими я не пользуюсь, ребята, так что мне их не жалко. Давай, иди на продажу. Колес тоже очень много, и, в принципе, можно их тоже продать. Одно пошло. Так, это тоже. Два ролика, два скутера. Вот это мы тоже продадим. И вот это загоним. Так, отлично. Давай-ка вот это. Ну, по одному колесу оставим. Вот это тоже. Вот так, ролик у нас идет, да? Ну, давай глянем. Этот и этот. Ага, вот этот можно смело, в принципе, продать. Ну, а здесь... А здесь любой. Не имеет значения. Ну что, вроде бы, ребята, хорош на этом. Давайте теперь уже вливать в пилу. Так, давайте выберем, наверное... Так, где у нас колесо? Давайте ролик, наверное, вот этот вольем. Так, хорошо. И, может быть, еще шкив. Сколько он, интересно, даст? О, замечательно. Но все равно атака маленькая, так что нам этого, наверное, даже и не хватит. Тьфу ты! Так мало добавляет, даже не ожидал, если честно. Ой, тоже маловато. Но зато и денег мало требуют за это. Так, давай тебя тогда тоже сюда. Корпуса, что у нас с корпусами? Ну-ка, сколько? Что такое? Блин, мало, конечно, но... Нечего, как говорится, делать уже от безысходности. Весь упор у меня сейчас идет, ребята. Подожди, какой корпус? Мне нужна пила, вот. Упор весь идет на урон. Блин, загонять эту, нет. Практически этот корпус у меня такой уже и есть. Ладно, давайте, ребята, посмотрим, как у меня сейчас будут дела обстоять. Ну-ка, давай-ка, Ара, иди сюда. Так, ага, я его сбил. Черт подери, блин, его на эту циркулярку меня достала, а? Хреново. Да, очень хреново. Ну, а ты как? Черт, этот у нас с двумя. Фак, у него дамаг больше. Блин, мне буквально чуть-чуть там, видите, не хватило. Да, ладно, давайте-ка, ребят, тогда немножечко еще усилимся. Что мы можем сюда загнать? Такого хорошего. Ну, давайте это. Ну, от этого смысла нету, так что давайте отменим. Так, где у нас колеса? И будем по колесам с вами идти. Блин, ну как так мало? В принципе, скутер нормально прибавляет, но мне жалко, оно мне пригодится в дальнейшем. Вот эту можно загнать, я все равно ей сейчас не пользуюсь. Ух, неплохо прибавило. И... Так, отлично. Ну что же, надо еще один корпус какой-то влить. 660, в принципе, неплохо. И я, наверное, думаю, что этого, наверное, должно хватить, по идее. Но немножечко еще вольем. Совсем капельку. Блин, что я с ними, с этими корпусами жалеюсь, а? По идее, нафиг они пошли все. Нечего, как говорится, на них любоваться. Да, глупо было, конечно, энергетик попробовать влить. Единственное, что его можно было бы продать за неплохие деньги. Ну что, я даже не знаю, что у нас по колесам. Вот этот, что ли? Скутер влить. Мало-мало прибавляет. Не пойдет. Да ладно, ребят, давайте попробуем так. Может быть, уже мне хватит немножечко этих мощей, чтобы разбомбить. И этого, и Ару. Так, ну, отлично. Все, я его сделал, звезда. Ой, звезда. Медалька моя. Ну и теперь, я думаю, настала пора пизли. О, тут бесполезно, ребята. Тут он меня разбомбил. У него две пилы плюс близнец стоит. Ну, давайте тогда Ару попробуем. Там вроде немножко у нас не хватало. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, да... Ай, что-то вообще как-то хреново сработало. Но, тем не менее, ребята, я на втором месте. В принципе, меня это устраивает.
Хотелось бы, конечно, дойти до первого. Тут никто с этим не поспорит. Так, 17 тысяч у меня колесо, да? Давайте, наверное, попробуем немножечко укрепиться за счет замены колеса. Так, давайте посмотрим. Может быть, ролик вот этот вот, липкий шкифт поменять. Но я теряю почти 3000 жизней. Ладно. Ух, неплохо прибавляет. Оу, вот это самое то. Ну, он, по-моему, у меня элитный, да? Если не помню. Да, 17 тысяч, не буду я его вливать. Хотя, почему бы и нет. Да, давайте вольем. На 2000 я отстаю. Так, да чё ж такое-то, мало-мало все прибавляется, ребята. Да, ну-ка, о, вот это уже хорошо. Итого, практически я вернул всю свою утрату при смене колеса. Ну что ж, давайте попробуем теперь. Так, пизлин. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ну нафиг, не хватает, ребята, не хватает хп противостоять его ему последнему удару. Ну что у нас тогда с Сарой? Погоди-ка, что это? Ара у нас поменял машину, ё-моё. Вы посмотрите, он же был у меня на башне. Поставил себе классику, гад. Хреново. Очень хреново. Блин, я не успеваю до него доехать. Блин, я так старался влить оружие и все и так далее и тому подобное, чтобы его разбомбить, он взял, сменил технику на последнем моменте. Да, для меня это, конечно, немножко удивительно. Теперь его еще стало проблематичнее завалить. Давайте мы здесь все уберем, которые у меня машины здесь стояли на предвариловке. Ну, в принципе, можно будет сюда немножечко влить еще что-нибудь. Лазер не хочу я ставить. Так. Ну что, ребята, ладно, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Я надеюсь, я их тут всех порву, разнесу в клочья. Но это мы увидим уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.